СМИ американском было как раз написано о том, что будут проверять соцсети. Я сделал видео, выложил, это было где-то месяцев 6 назад еще, я вложил туда видео из кадры из прохождения границы в Нью-Йорке. Вот, и собрал там очень много дизлайков, и народ писал мне гневные комментарии. Ребят, я забираю это видео обратно, да, я там немножко неправильно это сделал, не было опыта, все основывалось на теории. Вот. Но удалить это видео я не могу, потому что много репостов с него, ну и вообще мы не практикуем удаление видео с нашего YouTube-канала. Я за 2 дня практически сидел в специально отведенном месте, куда с каждого рейса приводят людей, подозрительных, неблагонадежных. Все это происходило на моих глазах. Итак, что же будет с вами, если офицер, которому вы показываете свой паспорт с визой, просит вас пройти в соседнюю комнату для установления каких-либо дополнительных фактов?